Всем привет, ребят! Вы не поверите, где я только что был. Я играл во вторую, блядь, доту. Вау, 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 Димас, до чего ты скатился? Вторая дота. Короче, играл на Джаггернауте 11.5. Сыграл я, блядь, в шоке. Так непривычно. Вообще, шо это такое? Думаю, ну как оно так-то все так вообще? Текстурки, все такое, не такое. Ну, навыки первой, конечно же, есть, поэтому на второй было не так тяжело. Возьмем мы, сука, Кэрри нахуй и разъебем всем голову. Я хочу сыграть Рубиком что-то жесткое, не знаю почему. Ой, Рубиком, тьфу ты, блядь, Войдом. Не бейте меня ногами, что я не играю Рубиком. Я сыграю им, пожалуйста, чуть-чуть позже. Нет желания сейчас. Сейчас хочу Войда. Короче, ну это была жесть, ребят. Я зашел во вторую, все текстуры, все другое. Блин, думаю, что за фигня. Затары какие-то новенькие, магазин тут. Общий такой, типа, шоп написано вот тут. Вот. Вообще прям непривычно, короче. Ну и плюс то, что у меня сам по себе компьютер не самый сильный. На средней графике он еле вытягивал 40 FPS. Я подумал, пока что без второй доты в плане даже технических характеристик. То есть мой комп не потянет. То есть будет херня графика. Не хочу я такое на YouTube. У меня сами заметили, если вы заметили, у меня все игры 60 FPS почти что. То есть 60 FPS плюс 1080 HD. То есть Full HD. Вот так вот. Так, ну, попробуем сыграть хорошую игру на Вайде. Смотрим, что у нас там есть. Статс забыл написать. Сейчас напишу статс вам. Посмотрите, что там по статке. 6, 4, 5К. Бомж 1.3 даже есть. В чем вся суть? У меня 6700. Я, по-моему, здесь больше всех, да, у меня ПТС. Я не знаю. Вот если сейчас я проебу, именно у меня ПТС 150-200 снимут. То есть я не хочу. Мне нужно апать ПТС, а не наоборот. Ждал минут на 15 игру на 7-8К, не дождался, тупо вот никто не создает. Психанул, зашел на 4. Посмотрим, что получится. Если эту игру выиграю, мне где-то 100 дадут. 100 где-то, 90, не больше. Так, ну буду я... А, Найк идет в лес, да? Значит, я буду раскачиваться через первую и вторую. То есть первую один раз, остальное максу вторую. Не максу, один раз где-то качаю и третью, соответственно, максим. Чтобы уже с самых начальных левелов, скажем так, по ебальнику набрасывать. Играю я на Войде очень даже нестандартно, я ему собираю диффузу иногда, иногда дезолятор, то есть вот такой вот затар у меня приветствуется, я люблю такого Войда, то есть дезолятор плюс диффуза это плюс где-то 115 дэмэджа, примерно вот я говорю, плюс еще с руки накидываем, плюс еще шанс баша вылетать, то есть еще минус армор, ну ребят, там до хера, короче, дэмэджа он вливает за каких-то там 7-8 тысяч денег отданных. То есть весьма прикольный затар. Плюс есть диффуз сейв хороший. Может снимать абилки с вражеских героев. Плюс еще себя может снять, если на себя ее зануть, если не ошибаюсь. Не знаю, может ошибаюсь. Я рак гребаный, не помню. Эти, блядь, пытаются убить бедного Леорика. Леорик бы стан качнул, он качает пассивку. Боже, такой баран. Да, минус Леорик. Отлично. Лера минус. Так, ну мы стоим. Здесь кем будем стоять? Мы будем стоять. Ебать, они за... Ой, блядь, два рейнджа. Мне тут жопа, короче. Фармить, я чувствую, буду под тавером только. И то неизвестно, буду ли я фармить. Пойду я лучше вообще сейчас вот сюда вот. Буду ждать крипов, пока не подойдут. Точнее, подстоплю крипов. Даже экспу не вижу смысла брать за того крипа. Там они его добьют, тем более, по-любому. Поэтому сейчас будем здесь стопить и пытаться зафармить новых. Вот они бегут новые. Знает крипа, он здесь пытается. Ух, сука, не дает забрать он здесь его. Ля, просто, ну пока да, не навешивается. Не дают жить мне, короче, я все понял. Пишу я хелпу, интересно, придет какой-нибудь рейнджевик ко мне помочь? Мне нужен какой-то аппарат сюда. Пишу я аппарату, чтобы он не помог, но я здесь вообще не выставлю никак, сами понимаете, два рейнджа, плюс верочка, которая издалека накидывает, и панда больно бросают, то есть... Тут жестко, на самом деле. Вот, приходит мне на помощь. Ну, игра более-менее адекватная, слава богу. А, дерево приходит на помощь. Ну, пойдет, дерево тоже пойдет. Как-то крипа не забирают здесь. Да, тяжело мне здесь будет стоять, но надо как-то выживать. Плюс дерево еще фармит. Писал ему, чтобы он не фармил. Фарм забирает, блядь. Ну ты индюк вообще меня заебал уже, слышишь? Вали отсюда. Ля, на развороте, ты что так агрессивный? Маны у меня нету. Два крипа всего лишь убил, вообще жесть. Ну, типы такие тоже, задротики. Надо здесь максимум. Ля, ну просто в налу заходит и бьет меня. Бьет по лицу. Тупо не дает мне жить. Нормальные типы такие.
Бля, дерево, ну не фарми, заебал. Ну что ты за человечек не русский? Явно, походу, не русский какой-то. Узбек, наверное, да? Валерон, не русский, наверное, кто-то. Ну, блядь. Ой, ну панда, не панда, точнее, этот хер, блядь, на дереве. Ну, хотя бы хилку кидает, радует. Хотя бы не совсем бомж. Ты меня заебал, друг. Тихо, дерево, далеко не лезь. Не надо далеко. Что там? Кто там? Панда тут опять идет. Да просто пиздец. Так, сука, слепой, да. Маны нету, что я? Должен идти на ганг? Вообще воет, зачем ему гангать? Он же ни хера не может это воет, бедный. Он же... Это ж воет, это ж вообще, это воет, это пиздец. Он на начальных левелах ничего не может. Это ж вообще, это ж воет. Ару, блядь, и попадает. Думал, не попадет. Гребаная верка. Господи, дерево, дай что-нибудь, подхиль меня как-нибудь. Так. Принесемся всего побольше, не знаю. Базильку куплю себе, что ли. Ну что ты, сука, делаешь? Ну тормоз ты ебанутый, блядь. Нахер ты фармишь, ты, сука, конченый корнеблуд вонючий, блядь. Сука, ну такой шаг, блядь, он фармит. Ну что, вот его фарм, что он даст, блядь? Вот мой фарм даст, я кубу поставлю, разъебашу всем голову. Вот его фарм что даст, блядь? Ну даст он ульт, нахуй сдохнет, все, сука. Вся помощь этого ебанутого дерева, блядь. Сука, иди нахуй, иди отсюда. Ёбаный баран, блядь. Бомбит из таких раков, блядь, это пиздец просто. У Кэрри забирать фарм, какие бестии раки, блядь, вонючие. Да ты заебал меня уже, сука. Вот беспомощный, блядь. Что ты, блядь, делаешь? Ты что, ненормальный, что ли? Обкурись, нахуй, умри. Отлично. Забрали мы этого крипа. Не хватает золота. Чего? А, что мне показалось? Дали хоть немного пофармить, мне здесь отошли они. С2 пишем. В гости к леснику нашему пришли. Нормально так. У него там сейчас жара бедного. Да, круто. Так, фарма нет, еще не добиваю крипов нормально. Ну, как всегда, Димас рулит. Димас тупо рулит. Куру они отвели, да? Нет, Кура бежит, вижу. Ко мне сейчас бегут, я уверен. Ну, мне срать, у меня есть прыжок, если что, уйду. Да, они ко мне идут. Вот один пришел, вот второй. Пацаны вернулись. Панди один раз по лесу дам. Вот Войт мог бы прийти, и мы бы... Ой, Войт, точнее, вот этот пацан третьего уровня, мог бы прийти и убить Верку сейчас. Мы вместе бы забрали, плюс мой прыжок, я и... Ну, забрали бы одним словом, что там спорить? Спорить нечего. Вот, блядь, вот что она так нагло просто подходит и по лицу мне дает? Просто вот нагло, бля, по лицу. Сука, ну тормоз, ну приди, помоги, ну что ты такой тупой? Ну вот же, блядь, Верка, ну... Олень. Алёша, блядь, Алёшка Попович, ты чё? Ясно, блядь, ясно, понятно, нахуй. Всё мне тут ясно, ебать. Пиздец, черти, блядь, оставили одного воида бедного фармить. Дерево не было бы тупым, стояло бы со мной, просто хилило бы меня. Нет, он, блядь, просто берет и фарм мне забирает. Нормальный пацан. Тупо нормальный пацан. С2. У него там варды. Он себя сам себе варды поставил, молодец, снайп, сегодня загангает теперь. А я фарм получаю халявный, отлично. Есть у меня уже купол, слава богу. С куполом я еще более живучий становлюсь. Найкс, блядь, пришел на лайн мешаться. Нормально, пришел мешать Перри.
Молодец, Найс. Хороший мальчик. Отличный мальчик. Пизда Найксу. Блять, думал, сука. Блять, да что за хуйня? Пиздец. Помог, помог, помог раку, помог раку, раку помог. Все нормально. Да, пожалуйста. Я же саб. А чё, нормально. Саппорту можно отдаваться, то есть мне. Нормально. Пойду я в мид, пошли все, нахер буду фармить. Отдаются, молодцы, правильно делают, а давайте сим, пусть они фармятся, что стоит вам то отдастся, ничего, а потом тащить, а кто будет тащить, а всем похуй, зачем тащить, тащить не надо, тащить для раков, вот сосать это самое то, это вот так делают истинные дотеры, а тащить, ебать нахуя, нахуй тащить, нормально, пацаны же играют просто так, ну без статистики, им похуй вообще, они зашли тупо под сигаретку сыграть, там доку под пивко. Нормально, короче. Тупо нормально. Все, прыжок больше не качаем. Один раз, точнее, два раза хватит. Ну, не вижу никого. Сейчас немножко побью, еще тавру уйду. Ну, еще тавр на меня переключается. Нормально. Вот, приходит первый брат. Уходим отсюда, короче. Курица, давай быстрее убегай. Падгер это говно, такое противное. Иди нахуй сюда, короче. Тут все, походу. Все, по сути, пришли сюда. Найкс фармит лес, я пойду наверх. И сейчас я вот эти крипы заберу. Здесь сколько? Три крипа, надо убить их. Все три. Первый. Какой-то ганг вроде намечается. Пудж стоит тут на позиции. Пудж ждет. Падги ждет. Сейчас будет хукать. Падги хук. Оп, оп, оп. Оп, сука. Блять, не забрал. Баджи воет, бьет своей кочергой больно. Там на рапуш меня стоит, хочет хукнуть, я так думаю. Надо быть осторожным. Все, нормаль дос. Пойдем наверх. Опа! Найс хук. Ух ты, у некролита уже дагер. Ну, где 10-я минута. Снайпер с лотаром. Ну, вообще заебись. Ах, заебись одним словом, что тут сказать. Просто заебись. Помню, что у них тут же есть, надо быть осторожнее, тут как-то осторожно, как неосторожно стою. Ух ты, блядь, думал, еще и попадет сейчас. Мидхук такой жесткий был. Но он здесь не сам, мне так кажется. Никого нет на карте. Думаю, он здесь точно не сам. Он тут с кем-то. С кем-то или с чем-то. Ну, явно не с добрыми намерениями он ко мне пришел. Бля, крипы не резнулись. Нормально. Думал, под фармы сейчас их. А вот хер там. Я понял. Тверочка. Тверочка, шверочка. Блядь, еще и по мне попало. Сука.
хоть себе, не знаю, какой-нибудь собери вначале Владимир, честно. Вообще не знаю, что собрать. Как выживать надо здесь. Провязать меня хочет. Ты меня хочешь, да? Ты меня хочешь, детка. И ты меня хочешь. Ебать, да ну не надо меня хотеть, пацаны. Да ты что, ебанулся. Какие тут медфуки опасные. Ну, меня забрали здесь. Ну, попки, блядь, хорош. Выжить бы здесь как-нибудь, выжить бы, выжить бы. Ну, нормально выжил вроде. Хорош вообще, хорош вообще, вообще засейвился, найс. Тима молодцы, постарались, засейвили. На город наших братьев напали враги. Снайпер сносит тавр здесь, вообще все прекрасно просто. Давно я не видел Войда через Владимир. Я, наверное, первый такой, кто вообще собирает ему Владимир. Давно, честно, вы, наверное, сами давно не видели таких Войдов. Пойдем мы вниз. Владимир, потому что тяжело выживать, будет хоть какой-то реген ХП, там МП, там все эти херни, плюс Аджор будет, дальнейший дезолятор и вся херня вот такая. Чтобы можно было как-то дамаживать здесь. Блять, ты дружбан, ты здесь не по району вообще пришел. Нормально. Хорошо, он так порвался тут. Ну, ты еще фармишь хорошо, ну ты вообще красавчик. Прям просто best of the best. Тип. Одиннадцатый уровень у него уже. Можно поджарить как-нибудь убить. Не, не убьем. Не, мы здесь никак не убьем. Он, сука, сильно толстый. 1000 хп, хотя хули я вру, что я обманываю. На город наших братьев. Опа-на. Сразу стан поебал, два штуки. Сам себя убьет. У него есть рез, ему-то похуй. Лучше уходить здесь. Только не лотар, ну ебать, ну что за лол? Вообще один удар, ну пиздец. Только. Да что ж так везет-то, лотар засейвил, пацана. Сука, прыжок маленького уровня, не допрыгнул просто. Блин, ну лол, вообще везуха, пацану. Вообще просто повезло, ебать, все жестко. Думал, я его там заберу. Ага, хер там. Так, тут что, пуш, пуш хоть без даггера еще. Да, пуш без даггера, нормально. Можно с ним спокойно еще стоять. Как появится даггер, это появится этот блинк вонючий. У него будет, с ним тяжело будет уже жить. Так, тут Найкс, Найкс. Костыль себе пытается дофармить этот гребаный. Да еще... Так, снайпер. Плевать мне на снайпера. Ну, у меня купола нет, я драться не могу нормально. Ладно, так я вижу, все равно пиздюка неизбежно, как говорится. Ну, блядь, ну Найкс, ну нахуя он отдается, пиздец.
Ёб ты дрынь, куда ты лезешь? Ой, давай, хорош. Отлично. Ну, у меня одни ассисты, 1-3 уже. Снайпера тоже забирают. Одни ассисты грибу. Нормально. Ну, хоть ассисты дают, слава богу. Какие-то лаги, непонятно, сейчас-то пройдет. ПС проседает что-то. Жестко ПС проседает. Вообще, что за херня, понять не могу, но сейчас должно пройти. Дерево своим мощным ударом тут просто разносит пол. Пол крипа сразу. За раз хавает. Ничего, наше время еще придет. Сейчас будет диффуза и начнется жара, одним словом. Сейчас будет ару, осторожно быть. Привязка. Блять, давайте, хелпуйте. Ну, молодец, и состилить. Хорош, хорош. Че, не убил, что ли? А, убил. Она убегала просто. Вот, сука, сейчас снайпер еще куру заберет. Должен он здесь куру забрать. Не отдадим ему курицу. Мрази. Не знаю, сколько у меня уже. 4 ассиста, блин. Ни одного еще не убил. Нормально. Зато фармлю. Фармлю нормально. Никто мне толком не мешает. Халява. Ничего, сейчас появится диффуза. Будем убивать. Уничтожать, убивать. Пойдем наверх, пофармим здесь. Курицу забрали. 11 уровень, жесть. А, не успею, а, не успел. Ух ты, блядь, снайпер навешивает мне тут. По ебольнику-то. Навешивает мне тут. Да не, брат, отдохни, не беси меня. Бесишь ты меня, что-то. Сколько мне там до этих узы надо? Диффузы надо, 100 голды не хватает. Обидненько, ну ладно. Пойдем дальше на свой лайн, наверх фармить. Неужели я же буду бить крипов, я буду ржать просто. Ну что это за создание? Ёбаный, сука, скил. Какой же, блядь, баклан. Дайте мне диффузу спокойно сделать, я поделюсь с вами. Ну, куру, как всегда, куда-то жопу выводят. А, кура вон навижу. Блин. Что, дерутся все-таки? Нет, без меня никак не справится. Пизда этим двум пацанам сейчас будет походу. Бьет он. Есть у него мана на рез. А, это иллюзия. Ну ладно. Панда байбек, что ли? А, нет, не байбек. Минус 2. Это тоже настоящее. Маны, сука.
долетался, походу. Делаем минус, отлично. Что тут у нас снайпер? Давай, давай, захуярим этот тауэр. Ты чё, сука? Не надо так выебываться. Прыгает он тут. Я всем нахерачу, гля, он тут. Что-то он выпендривался, думал, он меня заберет. Да не, Вася, не попрет так, не пойдет. Не заберешь ты меня. Сильно я толстый. Толстый, блядь, 900 хп. Жир прям. Жиробасик. Сейчас будем набивать кабину этим крипам. Тупо ломать кабину им будем. Ну вызывай своих вонючих крипов. Давай. Неужели? А, он без маны, я думаю, что за херня. Так вот, в чем вся суть этой сборочки, именно этой через диффузу? Вы когда бьете в куполе, у вас же наносится на 25 урона больше из-за берна. То есть, вы когда бьете, у вас из-за вот этой вот мана берна наносится больше урона. Выручка вообще ей больно, она так страдать будет. Тем более, она когда юзает свой ветер, можно на нее кинуть диффузу, и, по-моему, он снимается, если не ошибаюсь, ветер. Вот такая вот тема есть на войде. То есть, ее очень прикольно юзать против выручки, собрать можно такую тему хорошую. Ну, кто сейчас меня понял, тот, кто услышал меня, тот понял, скажем так. Ради чего здесь диффузу собирать было. Да и плюс я еще сам все говорю, люблю двое через диффузу играть именно. То есть он реально, он тащит через диффузу. Это единственный арт, который на войде хорошо смотрится, наверное. Ну, я имею в виду такой вот, из необычных артефактов. Тупо из необычных. О, стоит один одинокий тролль. Успею? Успею. Пиздюк он мечается, вижу. Блять, не то купил, сука. Обидно. Пиздец же обидно, сука. Блять, лол, надо было прыгивать, если что-то не то замутил. Снайпер раздает далека, блин, пиздец. На автоатаке просто набрасывает. Ну тут я раканул, конечно, серьезно. Из этой маны. Маны. Снайпер ловит. Да, я понял. Минус мид тавер потеряем. По сути, если так подумать, если у Леорика будет не так уж и много маны, я его просто в куполе захаваю просто. Он не успеет даже ну, хуйню-то сделать. Да, снайпера нужно выносить первым. Снайпер — это наша проблема. Верка собирается в изолятор. Ну, не знаю, не знаю. 17 уровень снайпер, бля. Болючий такой герой, противный. Еще и панда не сломает, вообще огонь. С Леориком вместе, если они на пару ломают нам все. Бегите нахер отсюда. Да, панда там. 16 уровень бы себе сейчас дофармить уже. О, приходит помощник фармер дерева. Неужели ты додумался не бить? Офигеть. Офигеть просто. Мозги у него все же какие-то, но есть. Надо 16 уровень быстрее апнуть. Ну там, по сути, не будет драки такой масштабной, так что нормально. Моя помощь там не нужна. Ну, из этой херни мы сделаем себе МКБ, чтобы фокусить вот эту подружку. Да, МКБ здесь хорошо зайдет, но, блин, не нужно было сейчас его брать, вот это лол, вообще, это зачем я его взял здесь, ну ладно, хватит уже. Промахнулся мискликом. Ну, как всегда, я, как отец это делаю, я умею промахиваться. По всяким артефактам, блинкам неправильно там тпшится, и все такое дело. Обожаю это делать. Это прям любимое мое занятие, скажем так.
Без сарказма. Зафармим сейчас эти все приколы здесь. С двух ударов просто. И дамага с руки есть, и тембоя более-менее адекватный. То есть вот. Всего лишь из-за двух артов у меня вот такой вот урон уже. То есть это неплохо на самом деле. Плюс еще есть активные способности в виде пурч, высасывают ману, то есть, ну, замедляют эту херня. Так, будет, конечно, хорош с руки. С руки он хорошо бьет. Мамородная набивает он кабины. Они опять дерутся. Но у меня телепорта нет, я ничем не помогу. Пиздец, как-то они так криво дерутся, блин, я не буду понять. Что они там, вот, что они там под тавром, не знаю, хотя бы от дефа делитесь. Попало, мутят. Просто что попало делают мои супергерои, блин. Дальше пойдет. Сейчас я сделаю телепорт на ебашем кабину. Я понял, сейчас будет. Сейчас будет дек. Ну давайте, а что, не с кем драться? Я сам не полезу. Все пинают скелет этого бедного. Ох, ебать, она заносит дэмэджи. Отлично. Наваляли мы здесь с руки. Давай, давай, давай. Блять, сбей. Ай, думал, удар будет сейчас. Как раз то, что надо мне. Нет, не вылетело. Ну ничего, зато у меня дизолятор готов. Хороший бой для меня был. Дизолятор готов. Сейчас будет МКБ делаться по чуть-чуть. Теперь Войд реально бьет с руки очень больно. Какой дэмэдж у него сейчас будет с руки вылетать, что ну его нафиг. Сразу три удара крип. Так это крип. Крип это крип, крип это сила. Так. Блин, не знаю, что это за лаг. Я сейчас, помните, у меня такая цигня была, вот сейчас уже нормально все отошло. Так. Тут Найкс. Найкс вообще никакой бомж какой-то. Он Найкс печальный. И все работает. И ману высасывают. И, короче, как типа, как бы у меня три арба, можно сказать. Аджор, диффуза и дизолятор, соответственно. То есть, типа, реально два арба, как бы. Точнее, три получается с аджором. И урон хороший с руки. Нереально больно бьет Войд. Очень больно бьет с руки он. Я не пойму, что бегает кто-то синенький у них. Тут крип, я помню, его не добил. Из-за этого спаун не обновился. Ну ладно. Еще один спаун заберем. Сделаем телепорт на базу. Даже, наверное, не на базу, просто пешком придем. Зачем нам телепорт делать? С войтими, чтобы играли от дефа. Блять, большие крипы уже, это плохо. Может тут фармят? Нет? Да, там. Сука. Б, короче, от дефа сейчас будем играть. Ладно, что поделать. Придется от дефа. Лучше 11 уровень. Хера у него толком нету. Сейчас будет, конечно, тяжелая драка.
полностью Гене ману. Кто взял щит? Леорик? Леорик это пиздец. Да, отдаем. Тут без вариантов. Ну блядь, ну куда ж ты лезешь, сука? Нормально. Сразу выбиваем Верку. Выжить берут как-нибудь. Наши, понятное дело, проебали замес. Да. Тупо вообще не затащили. Тиммейты. Не затащили. Просто ломают нам сейчас базу. Я прыгать не буду, нет смысла, я умру. Ой, бля, жесть. Ебать же, что он бьет, воет, как ненормально, да? Сами видите, какие плюхи он накидывает, это жесть. Попытка сломать бедный тауэр. Не увенчалась, как говорится. У него успехом она. Тупо жесть какая-то. Да, конечно, глупо мы так отдали им. Патрин тупой, он не знает, что такое хилить товара. Он не умеет, наверное. Сейчас будет под Т3 драка. Ну, у них минус 2. Надо забирать сейчас всех тут. Давай, 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 давай. Сейчас я себе принесу еще вот этот портик. Отлично. Молодец, панда, и ты тоже ко мне давай. Блять, пуш, конечно, не вовремя своим ветром вонючим. На город наших братьев напали. Ну, пуш минус. Да, пуджа просто 3 удара, 4. Найкс, сука, лучше просто стилить любит. Пуч с 3 ударов. Тупо улетел. Домой. Ну, Войт, конечно, больно бьет, очень больно бьет. Если бы, конечно, еще я бы сносил это все, все, что бью. Не знаю, БКБ надо собирать, чтобы в куполе драться нормально. Или манту сразу делать. Наверное, манту сделаю, зачем мне БКБ, если у меня будет манта, и меня тяжело будет законтролить, по сути, я так подумал. И плюс еще тембоя, там, иллюзии под пюржем, это будет бить хорошо, то есть нормальная идея. Такая вполне себе адекватная. Главное как-нибудь снайпера обконтрить. Вообще было хорошо. Если бы как-то контрили снайпером еще. Да, тяжелая катка, очень тяжелая. Не спорю. Дерево АФК встал. А, нет, не встал еще. Тренд реально какой-то ненормальный, блядь. Ну хилишь ты вот эти бараки. Враг. Пиздец, дерево вообще ничтожное, честно. Тупо что есть, что нет этого пацана, это дерево этого. Ходит, только мешается и все. Вся помощь от него, то что он ходит, мешается. Как же воет ебашит с руки больно, это жесть. Го-го-го-го-го. Тут пуш, ебать, притопал.
Да, блядь, бей кого-нибудь уже. Снайпера первым, соответственно. Подруга вторым. Давай, панду, давай, пацана этого. Рес, отлично, пуш. Следующий, блядь, попасть бы. Не успел, сука. Панда, сука, не успеваю панду. Отлично, убили, убили, минус 4. Хороший врыв от меня был, просто найс врыв. Просто найс врыв был. И не надо спорить со мной в комментариях, что я плохо вошел здесь. Я просто замечательно впрыгнул во всю эту кучку. Жаль, раньше так не судьба. Да нет, просто я расфармился, вот и все, и всех нагибаю теперь. Плевать мне вообще, кто там против меня выйдет, всех убью. Сама скромняга я знаю. Так. Ну больно, видите, согласитесь, очень больно будет бьет все-таки, очень больно. Вот именно с таким затаром, как у меня сейчас, плюс еще диффузаешь, еще раз говорю, по героям доп. Урон, по 25 урон дополнительный. То есть это нереально боль, столько он больно херачит. Пол кабины сразу отрывают магом всяким. Надо было панду в куполе убивать, хотя он вроде не был в куполе у меня. Сейчас появится манта, будет вообще огонь. Пойдем еще леса немного пофармим. Пока есть время, надо фармить. Ну, пожалуйста, крипы вообще с двух ударов сыпятся. Хотя можно вот эту подругу убить. Тут она не уйдет от меня никак, вообще никак просто. Она дальше не пойдет, да? Угу. Дальше она не пошла, зря. Я бы за... А, нет, пойдет. Какая настырная, а? Минус сразу просто, сходу, ебать. 5 ударов. Какие-то лаги непонятные, жесткие. Что за лаги, вообще не понимаю. Вообще с чего не лагает? Чего оно так лагает? Вообще не знаю. Лол, ну что это за лаги, ля? 10 FPS. Сейчас отлагает и дальше пойду мочить. Ля, ну это просто. Вообще, жесть. Что с моим ПК, я вообще не знаю. Старичок мой что-то уже подводит меня. Давай, отлагивай. 20, 30, 50, все, отлагало. Надо что-то опять его чистить, я не знаю. Вроде недавно чистил, все нормально было. Хз. Хз, хз, хз. Хз. Надо Рошана убить, действительно. Так, ну сейчас, по сути, диффузу мы будем, не знаю, апать ее или нет. Наверное, лучше я продам и куплю какую-нибудь криту себе. А вместо вот этой херни соберу себе какой-нибудь баттерфляй, наверное. Будет хорошо так. Зайдет. Ну, Рошана я сам разъебашу, думаю, здесь. Моя мне помощь не нужна ничья. Должен я ему сам здесь кабину наломать. Сейчас пацан просто жмет и отдастся. На Иксу дадим и щит. Забирай, Найкс. Забирай, Найкс, не тупи. Чё он смотрит, блядь, на понючий щит? Панду нормально так поймали. Отлично, минус 2. У него нету сейчас щита, нужно его догонять здесь. Блять, не успел ему. Сука, надо было все-таки купол дать. Ну ладно, дал и дал. Хер с ним. Пойдем сейчас наверх сходим. Задышимся здесь. Вот, ребята, вам актуальный затар на Войда. Что он вытворяет с таким затаром, вы сами видите. Просто имба. Имба. Имба, имб. Действительно, баттерфляй или какую-нибудь, не знаю, криту. Наверное, криту сейчас, а потом баттерфляй. Только вместо чего, опять же, вместо диффузы. Вместо диффузы. Дерево задефит, думает он сам. Там панда грузит всех наших. Надо запушить им вверх. Пойдемте запушим вверх. Так.
конечно, с Тимой мне повезло. Сейчас. Дай мне линку, блядь, тормоз. Сука, ебать же я промахнулся куполом жестко. Боже, как же он больно бьет этот флот. Это просто три удара никого не... Он просто убивает. Ничего не могут ему сделать. Вообще жесть. Ну это трипл килл, по сути. Эта подруга тоже умерла. Давай, 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 давай. Блять, я умру. Или не умру. Хорош. Панда не даст мне выжить. Панда, сука. Да, конечно, блять, весело, весело. Б, Макс, Б, Б. Проебал я, гадлайк, зря я прыгнул. 80 секунд реса, но у меня есть байбек, это я точно помню. Байбек должен мне быть. Да, есть байбек, все отлично. Дерево тут один на один с крипами дерется. Так, пишу себе команде, чтобы они ждали 20 секунд меня. Они идут дальше? Нет, они не пошли дальше, враги. Ну, это нам на руку. Не знаю, брать сейчас криту или нет, или лучше диффузу оставить пока что. Хотя диффуза у меня, по-моему, без заряда, то есть ее сейчас просто выкину, и все, нам нужно. Не выкину, ее в куру положу. Блядь, ну что за люди? Найкс, ёб твою дивизию. Ну, он выживет. Нормально, он выживет. Он выживет, все хорошо. Диффузу мы выкидываем пока что. Почему карту не вардят, я не понимаю. Вот это подруга тут что-то. Но они здесь не сами, вот снайпер, тут все. Подраться будет. Снайпер сразу минус. Меня подкидывают ветра. Не буду тратить купол. Не вижу смысла. Блять, что ж такая агрессивная, сука. Умри нахуй. Блять, нам там мид несет мразь панда это. Хекс, сука. Маны у него очень много. На город наших братьев напали враги. Пиздец. Тяжелая катка вообще просто. Просто жесть, лютая карточка. Сейчас апну себе криту до последнего уровня, и будет вообще жесть. Отлично. Опять лаги, да что за херня, я вообще не понимаю, что, блядь, происходит, ну что это нахуй такое? 20 FPS, 30, что это, блядь, с моим комком, комком, блядь, компом нахуй. Ой, блядь, сейчас отлагает.
Пиздец, бля, просто это слайд-шоу какой-то, 30 FPS, это невыносимый пиздец. Какую он сразу меня бьет, мне интересно. Ну подхилишь ты, блядь, дура, сука! Хил, где Алёша? Алёша! Алёша! Хил! О боже ж ты мой, блядь. Что за инвалиды, блядь? Ну просто, сука, нахуй я сам туда пошел, блядь. Инвалиды! Все! Не могу я больше с ними играть. Вот это вот ебать, ну ладно, рефреш. Дерево, дагер, купи и все. Пизда саппорту. Пизда некру. Нормально, по одному, по одному. Красавцы, найс. Красавцы, по одному, молодцы. Ай, молодцы, это тоже сейчас отдастся. Заебись, и бежит нахуй, дерево бежит. Короче, эта игра будет на ютубе, потому что, ну, это пиздец, это реально, это просто ГГ, такими раками играть, это пиздец. Да. Пиздец, блядь, мега крипы нахуй. Джи-джи. Сейчас упадут товара просто за секунды. Подверкаю силком нахуй. Ну ульта ниже ты, сука, мразь тупая, блядь. Неужели нахуй? Байбай конец. Такая вот игра, короче, хоть и слитая, но что поделать, блядь, раки, сука. Не играй на 4К ПТС, Дима называется, играй минимум на 7, блядь, дебилы, сука, в тиме. Ладно, все, всем спасибо за просмотр, пока.